Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Ну, на данный момент... Ах ты ж мать твою. Кипящее масло тебе в лицо. Сволота. Причем он мне, кстати, много отнял, я вам скажу. ХП-то. Так. Вот, отлично. Надо было на самом деле сразу двоих убить, ну ладно. Так, покупаем немножко этих эликсиров всяких и прочей фигни. Эликсир маны, хренаны. Но столько денег, что просто девать некуда. Я не знаю, может, конечно, потом они и понадобятся, но... Сейчас все это просто некуда девать. Так, опять подобрали баскетбольный мяч. Он у меня же, по-моему, был. Зачем нам два, непонятно. Мучмя. Так. Хорошо же, чуваки вот так иногда у них сдаются. Убиваешь их, и они просто сказали. Нет. Нет. Окей, я уже подыхаю, потому что я в лаве. Какая неожиданность. Так, телепортируемся. Так, а что если... И как мне выйти отсюда? А, кстати. Можно вот так попробовать. Сейчас. Рёв дракона. Отлично. Надо было в идеале, конечно, их всех убить, но окей. Так, 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 так. Попробуем. О, получилось. Эфиси заступник. Блин, крутой чувак, я вам скажу. Но мы его пробьем. Дай слово. И атакуй. Отлично. Пробили. Следующая атака Баттерса будет намного лучше и круче. Черт. Так, хиллера надо убить. Так, у меня ХП. Точнее, этого нету. Он отражает дальние атаки. Ближний он не отразит. Отлично. Так. Способность. Баттерс. Тащи, мужик! Тащи! Сделаем всем больно! Покарай их! Высоси у них жизнь! Отлично! Черт. Оу, замедление. Он меня заморозил, сволочь. Я его подогрел, он меня заморозил. Логика железная. Ладно. Можно похилить, а можно и не похилить. Отлично. Сейчас он жарится через какое-то время, кстати. А мы можем тем временем использовать что-то более хорошее. Отлично, осталось убить только хиллера. Он не такой... Не такой опасный, хотел сказать. Зараза, опасная все-таки. На, все, он умер. Отлично. Да не, нормально. Надо даже было пожестче, наверное. Поднимай. О, перчатки некроманта. Круто. Наверное, мне они бесполезны, но все равно круто. О, мы здесь уже были, кстати, только в другое время. Ах ты ж.
Он нечестную борьбу использует. Теперь у них нет защиты. О! Мышеловка. Может, он хочет подружиться, лол. Так. Шептун. These are the terms of your surrender. One, you will be the elf's personal slave for a month. One month. Two, you agree that the elves are masters of the stick for all time. Three, you and... Hey, hand me the mic for a second. Three, the so-called Grand Wizard has to jump up and down continuously for three straight days. If he stops early, he has to start over. Ну вот. Минус один. Так, и нам надо наверх переместиться, я так смотрю. Так. О, еще что-то нашли полезное. Прям четко все хорошо. Так какая? Так, то, что там квест с Илгором, я, в принципе, догадываюсь. Ага. Так, осталось убить этого пацаненка. Кстати, интересно, а Шептун можно взорвать таким образом? Нет, он просто взрывается. Так, ломаем все и вся. Так, надо забрать у него. Оп, отличненько. Так. Да ладно, у нас ключ есть. Стоп. Картман? Stay back, you guys. Something is seriously wrong with the hallway monitors. Help, please. That's Gary Nelson. Don't touch him, he's ginger. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It was everywhere. It changed the other hallway monitors. Serves you right for being a patsy-ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. It... Somehow that green goo makes ginger hallway monitors even lamer. Мать твою! Хрена себе! Рыжие вообще охренели. Так. Надо попробовать вырубить их защиту к чертям. Особенности у этого. Делаем, собственно, примерно то же самое, что в последний раз делали с Илгором. Так, ну здесь пока рано, кстати, эту фигню использовать. Мне надо сначала защиту их пробить. Так, эти все время трандят на немецком. Что он вообще сделал? Что это было? Это была пощечина или что это было? Вау, отстань. Так. А давайте, кстати, используем. Мне просто интересно. Что? Сыромятная плеть, четки. Дайте плеть. Fucking god. Че только что я увидел? Твою ж мать. О боже. Нет, я знал, что эта игра меня потрясет. Ну, настолько это ужас. Ладно. Все. Все нормально, все нормально. Все хорошо.
Давайте, я тоже хочу стать зомби. Так. Надо ребят как-то убить. Причем так, чтобы все это было аккуратненько. Минус один. Ага. Минус второй. Зомби не сдаются, я понял. Ой. Мне нужен шептун. Стоп, а где он? Ага, понял. Надо аккуратненько подвести этого чувачка. Чувак. Черт, они не обращают на это внимания. Мне вообще как будто пофиг. А он умный. Ладно, просто убьем его. Будем надеяться, что он не крут. Хотя, стоп, у меня есть вот такое же оружие. Оно против них тоже нормально, я думаю, сработает. Да, офигенно просто работает против них это. На! Ах, Том! Так. Европейцы. Лол. О! Манекен некроманта. Надо, кстати, потом посмотреть, что вообще он дает. Так, бойлерная. Здесь можно еще дальше пройти. И не зря вам скажу, пошел. Так, а здесь что? Ага, бейсмент. Ну, выход из подвала, короче. Так, мне интересно, что здесь. Что же в бойлерной? Что еще более плохое может нас ожидать? Тимми, Джимми, Кайл, Стэн, Токен, Баттерс, Картман, Клайд, Крейг. Что за... Что-то плохое здесь лежит. Зачем вообще кому-то собирать что-то с нашими именами? Ну ладно. Больше здесь ничего? Ничего нет, да? Угу. Больше здесь ничего нет. Ну окей. Хорошо. Так. Выходим. А что я делаю? Я, по-моему, все правильно делаю. Я выбрал сторону, я борюсь за нее. We're breached. Battle stations. Hey, douchebag, let's see how you like some flaming dog shit. Luka! Damn it, Stan, you dirty elf! I'm zeroed in. Ах ты ж мать твою! Fire in the hole. Да я понял. Так. Так. Это никак не повлияло, да? Круто. Ну, какой-то маленький медаль он хоть подобрал. Так, надо возвращаться назад и как-то пробиваться дальше. Значит, что это будет больно. We're breached. Battle stations. Target locked. Elves, hold the line, goddammit. Suck it, Stan. I never miss twice. Why you shit slinging asshole, Stan? Эх, ты ж мать, Стэн. Damn it, Stan, you dirty elf. Stay still. Suck it, Stan. Черт. Так, надо как-то придумать, как это обойти. Why you shit slinging asshole, Stan?
hamburgers. Lock and load. Suck it, Stan. Jeez. А, стоп, вот, все, вижу. Что-то я не мог это заметить, я поздно заметил, что сверху. Да, они меня не слышат. Вот такие, хопа. Зло рулит. Так, ладно, нам, как я понял, надо как-то пойти. А нет, нам надо походу поджечь. Так, сейчас мы. Черт. Так, отлично, ладно, хотя бы так. Кого-то мы даже убили. Даже двоих. Так, у кого там много хп? Мне просто интересно. Ага, у этого защита. Вот тебя и будем пробивать. Отличненько. Мне нравится то, что второй прием игнорирует защиту. Это очень круто. Так, еще. Теперь Баттер сейчас повеселится. Ничего, надо будет менять героев периодически. Да как-то заскучивает за одних тех же. И опять высасывание жизни. Ну, кстати, 830 урона, это неплохо. Так. Для ответного удара. В ближнем бою. Все, надо бить как-то с дальнего боя. А это значит, что мы тебя вот так. На! 1200 урона, ёпарс-то. Это же просто охренеть. И бей! Отлично, сломали мы последний щит. Так, теперь... Черт. Подбросим мячик. Ударим по мячику. Отлично! Молот правосудия! Эй, по нему! Так, вроде неплохо. Это конец! На самом деле он сказал, это не конец, но ладно. Мне и за катапульту? О, вот там что-то... А, ну это смотрите. Видимо, за эту катапульту. Use your magic to open the front door. Так, не то. Шептун тоже не подойдет. Дали побродить. На! Ну, чё? А, он слишком далеко стоял, я понял. Не, там, видимо, следующим заклинанием все-таки надо. О, да, отлично. А, не знал. Буду нажимать в следующие разы. Так. Так. Кстати, там есть еще что-то? Особые. Так, у нас будет еще одно мега крутое заклинание, я так смотрю. Да-да-да, мы должны получить палку истины. Палка истины. Давай. Черт, даже чайку попить не дал. Handle both of us.
Да ты прикалываешься. Ладно, вынесем его чинты к чертям. Так. Ты у нас используешь свое любимое заклинание. Попробуем убить песика. Песика жалко, но попробуем убить его. Да, опять это заклинание. Ау-воу-воу-воу-воу-воу. Я не успел заблокировать. Так. Негодяй. Давайте попробуем вывести его. О, кажись... Ох ты ж, зараза, поднялся. Так. Полечи. А теперь меняйся на Кенни. Сейчас мы устроим им бы кровотечение. Эй! Пес засранец, надо определенно убивать пса. Наглый псина. Псина наглый. Так. Давайте попробуем еще раз. 3, 2, 1. На паяйка. На еще раз. Так. Кенни, мужик, тащи своим крысами. Давай. Да-да-да-да-да-да-да. А, отлично, мы справились. Блин, на самом деле, когда я в первый раз делал, мне показалось это довольно сложно. А, он злится на нас. Но, по-моему, он умрет. А, офигенный урон, но он мне ничего не сделал почти что. И... Умри! Ну это ж не true, это надо смотреть. А так весело, ты не знаешь, чем бить, понимаешь, по ходу боя. Бедный Крейг. Точнее, Крик, это же чёрт. Да, давайте спасем его. Так. А, ну, во-первых, нам надо вынести щиты. Поехали. 3, 2, 1. Отлично. Щитов больше нет. А, теперь, Кенни, приступай. Приступай, мужик. Оу, я не хочу это заклинание использовать. У меня не получалось его использовать. Вы все умрете. Так, этот ближний бой. Эй, черт. Надо тренироваться. Эй, какого хрена он воскресил его? При этом сам умер, круто. Сволочь. Блин, ну до хрена ему хп, кстати, воскресил. Стоп, а что у меня есть? А я сейчас эти до хрена хп уберу. Вот, отлично. Еще второго тошнит при этом. Каждый раз, когда видишь сердечко. Круто.